Денис – водитель седана. Обычно в городском трафике машина идет как влитая, но сегодня ей часто приходилось стоять как вкопанной. Осадки запорошили дорогу, порой поток сдвигался через «не могу». Скользко, снега много, как бы колья. Перемет. Плюс задний привод как бы заносит, то есть сразу чувствуется. Если обычно в обед пройти вдоль потока машин сравнимо подвигу из-за крутого движения, то сегодня есть места, где авто просто замирают из-за непогоды. В Казани пробки местами от 7 до 9 баллов. Стоят улицы Пушкина и Мусина. До обеда парализовала улицу Сибгата Хакима. В Альметьевском районе у села Апаково из-за аварии газели и фуры перекрыт участок трассы. Рушатся графики, переносятся планы. Водители даже решают на время отказаться от машин. Хожу пешком, чтобы в пробках не стоять. Или пользуюсь общественным транспортом. Многометровые пробки не обошли и автобусы. Пассажиры уже ощутили, как замирающий трафик смещает привычный график. Долго автобус шел, думаю, было затруднение. А те, кто сегодня не спешит, февраль оценивают иначе. Метель типична для крайнего месяца зимы, но и доводить до крайностей не дело. Намело. Ну, коммунальные услуги, вот ЖКХ, наверное, работники не справляются. Все должно быть. Раз это зима, и снег должен быть, и ветер, просто замечательно. С зимними вольностями борются с самыми надежными способами. С утра снег на дорогах Казани дочищают экипажи спецтехники. Чем меньше снега, тем меньше балл. К обеду нагрузка на дороге с 9 спала до 5. Рамиль Шайдулин, Марат Саидгараев, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань, Альметьевский район.